Thank you.
Здесь идет большая, огромная просто стройка. Все здесь пилится. Ребята наводят суету. Суетологи. Итак, мы заходим сюда в зальчик. А здесь уже идет тренировочка. Вот он. Вот он. Мека чемпионов. Здесь серьезная музыка играет. Привет, Дима, вы же не знакомы, да? Будем знакомы. Привет, Серега. Привет, Серж. Как дела? Отлично. Итак, ребята, что я могу сказать? Это первый в Киеве зал, наверное, да? Правильно? Это же первый зал со специализацией армрестлинг. Вы видите, здесь пока один стол стоит, но я уверен, что здесь это вряд стоят. Завтра будет еще три. Тренажерчик возьми во внимание, да, это оранжевый. О, да, боковой нажим. Круто, круто. Я думаю, здесь в ряд будут стоять здесь столы. Короче, там поздравляю. Спасибо. Я так понял, уже, короче, ну, типа, открытие. Ну, нет, да? Официального открытия нет. Не, ну, типа, уже ребята тренируются. Мы же зеркала еще не вставили. Да. Тренируются ребята. Без зеркала это же не зал. Да, да, это не зал. Смотрите на эти руки. Да какие там ветки, они руки? Эти руки строят залы. Веточки. Хорош, хорош. Пацаны суету наводят. Практика. Практика. Дима сказал, 4 часа за столом борьбы. Точнее, не борьбы, а отработки движения. Готовились на Киевку, на жаль. А не планируете на этих выходных, что будут ехать на Харьков на турнир? Если планировали выступать, то на Харьков нужно поехать. Пару тысяч долларов выиграть. Хороша мотивация з Ромом Рябцем попитатися. Він ж виграв у мене в 95 по ІФА в фіналі. Скільки ти вісиш? 140? Так. Він так неожиданно заліз в категорію на 105. Я якраз тренеру Дімі кажу, блін, що так, для мене це погано закінчиться. Ну давай, так кажу, він буде боротися, мабуть, в 75. Ну все одно, це ж мотивація яка. Я просто саме менше програвав у схватку, це на категорію нижче. Тобто 86, більше ніколи. Тут так, я тепер поняв професіональний рівень. Могу сказать, Рома Рябцев, давай, короче, готовься. Мы едем за тобой. Озвучь нам место расположения в Киеве. Соломенский район, улица Новгородская, 5. Соломенский Попал район. Этажного дома, да. Приходите все, будем делать из вас. Короче, я Дима Ионова, ссылки оставлю на него под видео. Заходите, короче, переходите, спрашивайте, узнавайте, интересуйтесь. Где находится зал, приходите обязательно, потому что я вам лично скажу, что этого человека топом в тяжах у нас в Украине. Поэтому да, Шароговичу руку оторвал, блядь. Руку оторвал, блядь, Шароговичу. Красавчик. Да. Изменил сам себя. Изменил. Короче, я это вырежу. Посмотрите на эти руки. Я полтора часа боролся. Посмотрите на эти ветки. Что-то нереальное. Вот это мы такие оставим. Ну давай чуть напряжись, но вылай. Покажи, насколько ты сильный, я же знаю. Да ладно. Ты чуть согрет? Да, нормально. Давай, тихонько, давай. 8 утра. Если что, я боролся раз 100. Понятно. Давай. Ну, очень да, сильный. То есть я не да, хочу, да, знаешь, да, там, очень сильный. На твоем фоне. Очень сильный. Да. Но ты устал. Сука, потому что я устал. Я просто нет, ну я знаю, какой ты сильный, а я вижу, что ты реально устал. Да. Бля, ну лапы у тебя здоровенные. Давай, ну две просто на фоне. Посмотрите на эти лапищи. Просто, блядь. Кто-то там говорил, ветки. Вот это ветки, блядь. Как зал называется? Просто барс, клуб барс. Клуб барс, как и был раньше, да? Воды, может, хотите попить? Не, вода есть, все есть. Клуб барс. Запомнили. А ну, давай еще так. Возьмите на заметочку. Я просто рядом. Секси. Ты видишь, у него вот эта подушка, блядь? У меня такого вообще нет. Это же пронатор, правильно? Капец. Подушище такое, блядь. Ребята, есть к чему стремиться? Специально раскачиваю. Что по оборудованию? Смотрим. Это половина того, что есть. Смотрите, ребята, я первый раз столько всего вижу. Смотрите, это все ремни, это какие-то ядра метательные. Это сжимать на пальцы статика. Сжимать на пальцы статика. Смотрим, идем дальше. Это ручки,
Ручки. Это, короче, всякие разные херни на пальце. Дальше. Смотрим. И здесь ручки. Это, короче, и здесь, короче, какая-то фигня. Непонятно. Так что здесь оборудование будет, дай боже. Класс, красавчик. Итак, ребятки, рекомендую вам зал в Киеве. Оборудование будет достаточно. Еще приедет 3 стола, да? Да, еще 3 стола приедет. Так что всем... Да, всем пока. И обязательно переходим. Я оставлю Диме канал в описании тоже. Он там много чего интересного рассказывает. Подписывайтесь. Всем армрестлинг. Обязательно подпишитесь на Сережу. Это один из лучших вообще, кто есть в Украине. Очень хороший парень. Нормально. Хороший парень. Это не работа. Это не должность. Все, пока.